Всем привет! Меня зовут Ирина в форме, а это моя напарница Василиса, и мы рады приветствовать вас на нашей тренировке по укреплению мышц спины. Для сегодняшнего занятия нам понадобится любой предмет весом от 5 килограммов, но и коврик. Первое упражнение, которое мы будем выполнять, это тяга в наклоне. Исходная позиция стопы чуть шире, чем ширина тазобедренных суставов. Корпус подаем в наклон, живот максимально подтягиваем и на выдохе начинаем выполнять тягу. При этом локти мы держим на параллельных прямых и направляем максимально вверх в потолок. Выдох наверх, вдох вниз. В верхней точке лопатки встречаем друг с другом. Выполняйте 15 повторений и таких 3 подхода. Второе упражнение – это тяга в наклоне. Снова корпус подаем вперед, живот подтягиваем, выпрямляем руки перед собой и на выдохе начинаем лопатки приводить друг к другу. На вдохе выпрямляем руки, на выдохе приводим навстречу друг другу. В момент, когда мы находимся с вами в наклоне, важно, чтобы руки были продолжением спины. Старайтесь плечи ниже ушей не опускать. И повторюсь, в конечной точке лопатки должны встречаться друг с другом. 15 повторений, 3 подхода. Третье упражнение – это наклоны с поворотом корпуса. Исходная позиция стопы на ширине тазобедренных суставов, колени мягкие, животы подтянуты. Руки выпрямляем наверх, поворачиваем корпус, но при этом таз оставляем на месте. Выполняем наклон, вырастаем наверх, меняем направление, примерно на 45 градусов поворачиваемся, наклон. Возвращаемся, снова наклон. Две примерно секунды удерживайте в нижней точке, при этом живот максимально подтягиваем. Выполняем 10-14 наклонов и таких 3 подхода. И заключительное упражнение, которое мы с вами выполняем, это супермен. Ложимся на живот, руки выпрямляем, живот подтягиваем и на выдохе одновременно отрываем грудной отдел и бедра от пола. Опустились вниз. Снова выдох, вдох. На выдохе наверх, вдох вниз. Обращаю ваше внимание, что шея – продолжение позвоночника. Взгляд постоянно на коврик. Выполняйте по 15 повторений и таких 3 подхода. Мы желаем вам продуктивной тренировки и помните, что здоровая укрепленная спина – это основа здорового тела. Берегите себя и будьте здоровы!